ты не пробил. Безвышные эти подходы, конечно, типов, это капец. Очень здорово. Одну гранатку. Что ж творишь, сволочь? А где твой дружок? Пирожок. А, вон он. Перезарядка будет? О, вас двое. КС-ка сидит, простреливает. Перезаряжай давай уже, иди. Прыгивает. Реал тына, блядь. Ракун, здорово, спасибо. В смысле, вахтер, я управдом, алё. Пихолдер, можно даже так называть. Тут три типа пришли, бля. А тут примчался управдом. Угад их по два раза грязным мусорным ведром. Стоять там будем, да, я так понимаю. Слушай, ну. Что с тобой делать-то, я хз. Уголек. Очки только видел у него. У меня как раз ствол поднялся из-за того, что здесь этот долбанный столбик. Кто-то на третьем. Ты погиб? Или ты хилишься?
Может, он на крыше уже? Еще один алтынщик. А у тебя еще одна ТВ-шка есть. Сколько там настрелял-то? 5? 4. Пойдет. Тапки. Я один. Зарядись. Ну перезарядись-то, ёптать. Хочет перезаряжаться. Marvelous. We got a rat here, damn it. Там мне еще с окна гранату прокидывал. А, понятно, что он не хочет перезаряжаться. Двое. Сторон обходят демоны. Второй где? Там сидит, слева. Да, погодите, не уходите далеко, только главное. Бегаем. Оружие пока что собранное есть. Блять, тут у меня есть. Ты что, нахер, серьезно? Ты где? Вот тоже не крыса, видишь, сидит. Просто играет, как хочет. Очевидно.
По-моему, они уже вдоль забора ко мне проходят. Да. Блять! У меня оптика стояла. Вот за неимением опыта ребята отвалились. Поиграли бы почаще, активнее, опыт бы у них был как за раз у одного типа, который в окружении стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы крысов продаете? Нет, крысов? Просто истребляю. Красивая. Крысов показываю, да. Красивая. Спасибо за поддержку. Крысов продаете? Так жарко-то, блин. Чего? Вот это рассинхрон. Но мне конец. Я еще 20 секунд буду глухой, слепой. Так, а может не конец? Но чел сдох, да? Я так понял. Кончились. Досадно. О! Спасибо, шлем. Идет. Здорово. Квест пришел делать, тут занято. Если частота обновления монитора 60 Гц, то даже если система 120, то монитор будет отображать только 60 кадров и больше не умеет. Добавок есть технология. Вячеслав, это бред. Просто ни разу в жизни, походу, не сидел за монитором там. Даже 60 Гц, но FPS в игре в 300, например. И это, как сказать, это ошибочное мнение, оно распространенное, поэтому ничего страшного, что ты ошибаешься в этом. А, это MPX. Познался. А, 40-й уровень в найденном слике. Бля. Да.
Так, по третьему тогда ходят трешки. По центру. ЧВК пикает в окно. Снимешь? Не, он буквально пикнул и дальше пошел. Сейчас он будет летать. Может быть, посмотрит в этот. Мечнику пошел, да. Убить его нахер через стекло, блин. Неповадно было. Смотри, не боится, блин. Да. Я на втором? Сказал, что на втором был. Блять, ты на третьем? Нет. Капец. Ты есть на третьем, нет. Чел. Я думал, я за тобой поднимаюсь. Нет, нет, нет. Ты стреляешь, или он? Нет, нет. Я на втором, сразу солнце справа. Я просто знаю, где ты. На первом поднимаюсь к тебе. Один у магазина, один на Мещенке. Могу его покидать у магазина. Лучше ко мне поднимись, да, вот так на этаж. Бежит? Нет, он вколол что-то в себя с второй двойкой. Аккуратно. Его, да. Я просто походу поднялся прямо за типом на третий. Я думал, это ты поднимаешься на третий. И потом ты на меня такой из комнаты выглядываешь, смотришь. Я понял, что это ты. Капец, ты каламбур, блин. Я. Кто-то еще ко мне пришел. Так, Ругалек. Кто-то там сел меня ждать. Меня ждать, я сам приду. Так, а это что за рашер был? А, вот такого меченка была. А где ж ты сидел-то все это время, пока мы дрались? Видите, алтынщик тут был еще. Ай-яй-яй, такс. Сюда. Да? Так, так. Че, истелик? Это не идет. Я кому деньги плачу? Она забаговалась. Потому что, походу, вот этот чел выходил, и кто-то ее в этот момент убил, видите? Давайте я скриншот сделаю. Такой, отправлю разработчикам. Ну, здорово, что, пойдем на выход. Юзаю не помню. Это два, наверное. Срывало где-то три раза. А, на пристрое, чел, блин, чат. А я сбегаю к нему и заберу его. Потому что, как бы, его душа принадлежит мне. Defender. Так. РПК удаляем. Берем вот эту штучку сюда. 100%. Их. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.